В 1860 году появилась первая железная дорога, конная железная дорога. Впоследствии в простонародье называлась конка. Вот. Но она была грузовая, а в 1863 году уже была как пассажирская, то есть перевозили людей. Ошеломляющий успех был, на самом деле около 1 000 000 человек сразу в год перевезли, и здесь, в Новосибирском острове, поставили памятник этой конке, этому как бы транспортному средству. Что касается лошадей, я вылепил лошадей. Лошади здесь я изобразил не грузовых именно, а хотел изобразить дух лошадиный, дух их несостояния, насколько лошади очень благородные животные, они любят работать, людей любят, и вот эта вот любовь, и вот это вот все я постарался передать в этих конях. То есть кони, на самом деле, это стихия, она всегда красивая. Поэтому они чуть, конечно, больше натурального, чуть не такие, скажем, не такие, как в натуре они были, такие с опущенными тяжелыми. Я много фотографий посмотрел, в основном они все были такие вот опущенные, тяжелые, очень грустно смотреть. А тем более здесь рядом метро, и хотелось их сделать более веселыми, такими живыми, чтобы они работали в среде, а не среда на них, чтобы давила.